А тем временем в Ульяновске чествовали талантливых воспитанников детских школ искусств. 40 творчески одаренных ребят, выступающих либо сольно, либо в творческих коллективах, стали обладателями лауреатских сертификатов. К ним прилагалась денежная премия. Чтобы получить награду, нужно было вначале собрать портфолио. Его вес оценивала высококвалифицированная комиссия. В составе жюри – заслуженные работники культуры, а еще специалисты городского профильного управления. Разговаривал по телефону. Я занимаюсь по классу вокала уже 7 лет и очень часто участвовала в зарубежных и всероссийских и городских конкурсах и часто занимала там первые, вторые, третьи места. Мы ездили в Димитровград, мы выступали тут в разных школах, мы очень часто выступали в различных школах и занимали первые места и гран-при. Еще мы ездили в нашу филармонию, которая находится здесь, и у нас был конкурс «Салют Победа», и мы заняли гран-при. Награды воспитанникам школ вручал Сергей Панчин. Глава города пожелал юным талантам не останавливаться на достигнутых успехах. А еще обещал, что руководство Ульяновска изыщет возможность поддержать одаренных детей. Мы сегодня очень серьезно вкладываемся в управление образованием, управлением культуры, в детские школы искусств. Мы, собственно говоря, наверное, вот за последние 3 года и ремонтируем, и вкладываем денежные средства для того, чтобы дети действительно имели хорошую базу для того, чтобы развивать свой талант. Сразу же после награждения состоялась памятная фотосессия. Юные участники мероприятия подготовили концертную программу. Дети представили вокальные и инструментальные номера.